Привет, друзья! Шевченко Александр, я основатель Академии Счастья, проекта новой цивилизации, проекта «Дари счастье». Я ежедневно записываю видео для своего канала YouTube, для того, чтобы передать что-то новое, какие-то новые озарения, понимания. По сути, вся наша жизнь может быть процессом озарения, процессом медитации. То есть, под словом медитация в данном случае я имею в виду как сосредоточение или нахождение в потоке в настоящем моменте. То есть состояние, когда как нет ума, нету какого-то скажем, такой призмы, да, которая реальность преображает, да, под вас. Но эта призма, как бы, как она правильно сказать, она почти что всегда есть, да, и вот все, по сути, практики медитации, которые мы имеем от мастеров, да, они служат для того, чтобы выйти из этого состояния ума. Вот, выйти из ума, то есть, да, то есть можно стать сумасшедшим, да, то есть когда человек путает, скажем, реальность со своими образами, да. А второй момент — выйти из ума, это просто стать, скажем так, причиной над умом, отключить ум, да, то есть сделать так, чтобы ум не мешал в работе, да, в действиях, да, в восприятии, когда это не нужно, да, потому что мы используем наш ум как инструмент, да, как инструмент для того, чтобы определенным образом понимать реальность, да, то есть сопоставлять что-то, да, делать какие-то логические выводы, просчеты. То есть вот в таком плане ум, конечно, нужен, да, то есть, например, как каких-то для инженерных вещей, да, я имею в виду инженерных, не обязательно это постройка моста или дома, да, в данном случае это соотношение одних образов реальности с другими. И так получается, что мы используем ум как инструмент. Вот. А есть, по сути, вот практика, которая называется процессинг, которая помогает сделать так, чтобы человек стал причиной над умом, да, чтобы он мог использовать ум тогда, когда ему это необходимо. То есть, чтобы не ум влиял на него, да, как вот, в обычной жизни влияет. Раз человеку вдруг стало как-то плохо, да, непонятно по какой причине, что происходит, он начинает додумывать что-то, придумывать, объяснять какие-то вещи. А тут, как бы на самом деле все просто, да, то есть просто я имею в виду в каком плане? В плане того, что человеку, не нужно что-то додумывать, то есть если что-то происходит, он воспринимает это в точности так, как есть, ему не нужно каких-то объяснений, да, то есть вот суть прямого восприятия в том, что человек понимает и знает, что происходит, и может этим управлять. То есть, когда он становится причиной, источником, то он может управлять своим умом. И вот, по сути, я помогаю людям становиться, все более причиннее, по сути. Причиннее в данном случае – это как, человек становится самим собой. То есть, самим собой он может контролировать, скажем, свои мысли, да, если так можно сказать, свои эмоции, то есть свое состояние в большей степени. Я сейчас не говорю об абсолютах, да, что человек, не знаю, может все контролировать. То есть это состояние, скажем, достижимо, но в определенной степени, да, то есть не совсем там 100%, а, к примеру, там выше, выше и выше, да, то есть потому что мы соприкасаемся с тем, что мы видим вокруг материальной вселенной, да, и получается, что здесь мы, бывает, воспринимаем, что она влияет на нас. А когда провожу практику процессинга, получается, все больше вы влияете на материальную вселенную и делаете так, чтобы, по сути, она помогала вам в реализации каких-то, планов, целей, вещей, да, то есть это, можно назвать состоянием какой-то гармонии, состоянием такого взаимодействия, когда вот, я с вами гармонично могу взаимодействовать там с камерой, с компьютером, то есть имеется в виду вот такое состояние, как, знаете, как принятие, как гармония, любовь, то есть по сути процессинг приводит действительно к состоянию гармоничного сосуществования с материальной вселенной. Вот. И суть, по сути, вот, моего послания, это в том, чтобы быть в этом состоянии вот потока, гармонии, и чтобы это состояние помогало вам, мне в данном случае,
действовать таким образом, чтобы это было гармонично вот со всеми людьми, которые вас окружают, и с Вселенной, чтобы это помогало как можно большему количеству людей, там, животных, физической Вселенной, да, то есть таким образом мы вместе сможем улучшить состояние. Поэтому, если вам нужна помощь, обращайтесь, я буду рад помочь. Пишите комментарии под этим видео, подписывайтесь на мой канал. Я добавил также группы, прямо их можно увидеть в моем канале. Вы можете тоже подписываться на странички, группы, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, чат в Телеграме. То есть любой способ связи, который для вас будет оптимален. На сегодня все. Вам отличного состояния и скоро увидимся. До встречи.